Эту программу для открытого кубка города Иваново Дарья Костина готовила пару месяцев. На суд жюри она представила два номера – с обручем и мечом. Девочка рассказывает, самое сложное – это все успеть. Всего за одну музыкальную композицию нужно качественно выполнить все элементы, не забывая при этом улыбаться, быть точной и попадать в такт мелодии. Самое сложное в гимнастике – это, наверное, двигаться под музыку, под ритм и успевать под музыку. Соревнования на Кубок города проходили 2-3 декабря. Два дня упорной и честной борьбы. Свои программы представили около 350 гимнасток из Иваново, Кинешмы и Шуи. Гимнастки подготовили индивидуальные программы по разрядам. Первый разряд выступает у нас без предмета, 3 вида на выбор. Кандидаты мастера спорта выступают уже с предметами. Обруч, мяч, булавы и лента. Хорошая подготовка не всегда залог успешного выступления. Не у всех гимнасток получалось справиться с волнением. То мячи и обручи приземлялись не туда, куда нужно, то ноги у спортсменок подкашивались. Всякие факторы влияют на выступление гимнасток. Возможно, были болезни, возможно, не до конца подготовились, были пропуски. Ну и, конечно же, волнение – человеческий фактор. Открытый Кубок города – соревнования значимые. По сути, это путевка на первенство ЦФО. А для кого-то, возможно, и вовсе счастливый билет к большим победам. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.